В декабре 2016 года катастрофу потерпел самолет Ту-154, на борту которого находились 93 человека. Музыканты ансамбля имени Александрова, 9 представителей прессы, 6 сопровождающих и 8 членов экипажа. По предварительным данным, самолет упал в Черное море. Руководством 12-й школы был организован семинар преподавателей музыки. Память о погибшем составе ансамбля Александрова и всех пассажиров экипажа, находящихся на борту авиалайнера, направляющего в Сирию. Провинцию Лакатия с благотворительным концертом. В программу семинара входили 5 уроков, первый из которых учитель музыки Гулишат Абдулгапурова провела с учащимся 7-х классов на тему «Прерванный полет». Кульминационной частью мероприятия стало исполнение учениками популярной советской песни «Катюша». Вся программа семинара была подготовлена преподавателем музыки Гулишат Абдулгапуровой, в ходе которого организатор мероприятия рассказала о людях, летевших в авиалайнере с гуманитарной миссией в Сирию. Кроме того, учащимся продемонстрировали видеоматериал о случившейся трагедии. О том, на что направлены подобные мероприятия, поделилась заместитель директора по воспитательной работе Патимат Инусилаева. Проходит мероприятие в целях гражданско-патриотического воспитания, чтобы дети не забывали, какие были замечательные люди в этом ансамбле, сколько заслуг было у них перед Отечеством, чтобы жила вечная память об этих трагически погибших прекрасных людях, не только как талантливых, но и как людях, которые внесли очень много прекрасного в историю и культуру, и не только в России, но и во всем мире. Вечная им память. По завершению всех запланированных мероприятий присутствующие провели анализ проделанной работы учителем музыки. По итогам семинара педагогами была отмечена организованность и продуктивность урока, умение преподавателя вести грамотно и правильно практическую, индивидуальную и групповую работу с классом, так чтобы каждый ученик был вовлечен и заинтересован обсуждаемой темой. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».